Всем привет! Сегодня мы хотим приготовить тушенку. Так, вот мы сейчас начнем делать тушенку. Тушенка из гусей. На 4 килограмма, 4200, мы берем 4 столовые ложки соли, перец лавровый лист и перец горошком. Сейчас все смешаем. Грудку мы, мясо мы брали чисто грудку со шкуркой. Вот он. Надеюсь, оно не будет сильно жирное. Все, сейчас все перемешаем и будем мариновать 4 часа. Так, вот промариновалось у меня мясо. Я его каждый час перемешивала. Сейчас разложу по эти баночки и будем ставить в мантоварку. Мясо надо накладывать плотненько по плечике банки. Так, вот у меня получилось 4 баночки литровые и 2 0,5. 4 вот этих вот литровые я буду ставить в мантоварку. А эти я поставлю в духовку и буду тушить. Так, вот я поставила их в мантошницу. Сейчас накрою крышкой и буду тушить 4 часа. Так, вот эти вот две маленькие я поставлю в духовку при температуре 180 градусов. Но обязательно надо ставить их в холодную духовку и постепенно нагревать вместе с баночками. И тоже тушить 4 часа. И попробуем, какая тушенка будет вкуснее, в духовке или в мантошнице. Так, вот и готова наша тушенка. В общем, смотрите, мы делали без костей. По рецепту там 4 часа, а мы то, что без костей, мы решили, что 2,5 часа ей достаточно. Мясо получилось мягкое, сочное. Вот. Вот эти вот 4 баночки это с мантошницы, с мантоварки. Вот. А вот эта вот баночка с духовку. Ставили мы 2 баночки, но они быстро ужарились. И получилось, что мы одну баночку засунули во вторую. Ну, в общем, получилась одна баночка. Ну, из той мы еще попробовали. Мясо очень вкусное. Насчет соли могу сказать, что надо насыпать соли без горочки. Потому что самое интересное получилось то, что с духовки тушенка, она вот прям сильно соленая. А с мантоварки она не сильно. Ну, в общем, нормально. Вот так вот. Так что попробуйте. Это очень вкусно. Нам очень понравилось. И мы остальных гусей тоже засунем в баночки. Все, всем пока. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Так, а еще забыла сказать, что когда мы наберем печень из всех гусей, я буду делать печеночный паштет из гусиной печени. И все это буду снимать для вас на своем канале.